Эй, ребята, всем хай, с вами сегодня я, Брумер. Сегодня бежим вот к этой фигне подыхать. Ну, как вы поняли по названию ролика. Сегодня я буду летать, беситься, страдать фигней в Роблоксе. Вот, например, как крутиться. Тоже весело. Потом отлетать, тоже весело. Ну, игра называется, не скажу, в описании будет название игры, режима, как это еще называется в Роблоксе там. Ну, а сегодня мы будем вот так вот летать, крутиться. О, кстати, смотрите, ракета. А что, блядь? Ребята, я куда-то улетел. Короче, я не знаю, я хз, что происходит, я куда-то лечу, я еще куда-то пропал, а нет, я снизу. Я не тэпаюсь, я не могу понять, а как тэп, ну ладно, давайте приземлимся, там еще какая-то фигня странная. Ой, что происходит? Ну, зато я приземлился рядом с этими штуками. Так. О, вот это очень популярно, это прям, ну, тренд. Я не могу этого не сделать, надо вот прям вот, ну, вот так вот полетать. У меня есть такой шорт на канале, посмотрите обязательно. Я там тоже летал, у меня это получилось 156, 7, 8, 160 попытки. Угу, 170-й. Ну, зато получилось, я там полетал, весело мне было. Почему-то сейчас вот я не залетел, потому что кое-кто, наверное, ну, кривой, ну, как бы, о, все, залетел. В этот раз я не кривой. Так, все, и что здесь делать? Вон лесенка, ой. Я выпал в окно. Вот скажите, вы за день сколько раз выпадываете в окно? Я... где-то 14 или 15. Ну, да, бывает. Ладно. Сейчас я нахожусь, значит, в самолете. Очень тут красиво. Я в ладоши хлопаю. Ну, да, круто. И что? Вон самолет, вон всякие турбины. Весело, да? Ой. Ну, знаете, то чувство, вот, когда самолет падает. Только вместо самолета падаете вы. Весело бывает иногда. Нет, не согласен. Ой. Особенно не весело, знаете, когда вот ты сидишь дома, смотришь в окно, а там самолет летит без турбины. Да, недавно я такое видел, там самолет летел на одном крыле две турбины, на другом одна. Ну, я повеселился, значит, потом пошел снимать ролики. Все, точка. А пока что мы будем скользить. Где я? О, ну тут, ну вот это, наверное, моё самое любимое здесь прям, ну прям вот, ой! И вот прям к челику. Челик, здорово, ты в видео попал. Здорово. Так, тыпнемся, значит, мы опять сюда же. Сюда нельзя пройти, сюда зато можно вот так вот. Смотрите, прям, ну вот дрифчу прям ножками. И прямо вон к тому челику. Здорово, пацаны, здорово. Что делаете? Я вот лежу, отдыхаю. Наверное, с 1000 сломанных костей. Хотя у меня, ну, людей столько нету. Ну, неважно. Отрастил косточки. И полетели, кстати, сюда. Здесь тоже какая-то дыра. Ой. Ну, да. Это типичный дроппер в майне. Ой, челик, здорово, ты что, застрял? Бедный челик, ребята, все пишем, бедный челик, он застрял. А еще походить можно. Ходить тоже люблю. Короче, достаточно мне дропперов, а то я, ну, как бы и так на летсплее, когда мы снимали зал испытаний, там, ну, кое-что случилось. Короче, киска сдохла. Советую посмотреть. Ссылка будет в описании на этот ролик. Прикольно получилось. Повыживали. Так, а пока что я куда-то тоже вот лечу. Мне весело очень. Я хочу сюда. Снова будем летать, короче. Нет, я хочу все-таки сюда. Вообще, я смотрю, что есть.
Знаете, например, есть вот это. Очень веселая лесенка, где можно полетать. Например, полетать вот так. Весело, круто, интересно, познавательно. Да, еще вот волосы мои роблокские. Фу, извиняюсь, не знаю такой язык роблоксианский. А, ну вот это я легко выговорила. Вот, например, роблоксиан... Фу, не могу выговорить все-таки. Куда-то мы прилетели. А что мы здесь делаем? Так, я приземлился. Мягкая посадка была на бетон. Да, очень люблю падать на бетон, на асфальт. Прям любимое занятие, на самом деле. Короче, полетели к вот этим домикам. Блин, меня приближает. О, господи, что происходит? Нафиг я это нажимаю вообще? Так, я попал сюда. А здесь можно попасть в окно. Давайте. Ой, полетели. Юху. Весело очень. И вот приземлился прямо к этому домику. Пойдемте сюда. Здесь тоже, думаю, весело очень. Да, согласен, очень весело. Полетели. Да, обожаю Roblox. Здесь очень весело. Так, есть столбик. По нему нельзя забраться. Это жалко. Так, тут есть дорога. А по дороге ездят машины? По дороге не ездят машины почему-то. Вообще это нелогично. Где машины? Там даже вон челик пришел. Пойдемте отсюда. Здесь неинтересно как-то. Вот сюда. Здесь какие-то дыры. Дыры тоже очень интересно. Так, полетели в эту дыру. Я, на самом деле, не люблю вот такие вот дыры, в которых надо с одной стороны на другую перелетать. Поэтому пойдемте на другую дырочку. Например, на круги. Круги. Вон туда, круги. Так, нет, я передумал. Все, мой выбор очевиден. Я полечу сюда. Здесь прям вот... ломать все. Очень люблю все ломать прям. Юху. Ой. Что? Что? А там... Так, ладно, допустим. Я приземлился. Как всегда, очень мягкая посадка. И, кстати, я заметила что-то интересное. Очень. Я вижу что-то очень интересное. Вот мы, знаете, куда пойдем? Мы пойдем вот сюда. Здесь очень интересно. Здесь, вот знаете, это типично, когда ты идешь в школу. Как, точнее, как ты идешь в школу. Вот так. Хотя, ребят, сейчас лето, никакой школы. Через месяц почти. Да ладно, шучу. Через месяц и две недели школа. И мои дыры. Поздравьте меня все. Да, день рождения 1 сентября, конечно, не лучшее, но все равно. Так. Ну, я как бы лечу, мне весело. Приземляюсь к молоту, он меня ударил в полете. И теперь я ползаю. Ну, как бы я все понимаю, но я не понимаю того, то, что сейчас вот... Он не на... А, нет, наносит все-таки вот эти вот экраны когда-то вот это. Ну, сейчас покажу. Вот смотрите, вот это. Вот, смотрите. Ну, я тут за кадром пока что полетал. Мне весело было, да? Как бы я куда-то, ну, приземлился. Ну, а я с вами, наверное, буду прощаться, потому что сегодня очень весело полетали. Вот я лежу, как бы отдыхаю. Да, с вами сегодня был я, Мурмир. Сегодня был вот такой интересный ролик, да, в Роблоксе. Это как-то непривычно. Ну, я снимаю Майнкрафт, я майнкрафтер. Майнкрафт, моя жизнь. Но нет, я решил немного поменять, как бы ввести новую рубрику в Роблокс. Так, кто-то там, походу, за кадром орёт, но мы на это не обращаем внимания, так как с вами сегодня был я, Мурмир. Всем пока, ребята!